В ДК «Луговая» по случаю Дня города прошел праздничный концерт. Среди зрителей была и наша съемочная группа. Центром торжеств в День города в Луговой стал Дом культуры. Творческие коллективы и сольные исполнители поздравляли земляков с праздником, зажигательными танцами и звонкими песнями. А в фойе развернулись мастер-классы. В этом году 35 лет исполняется музею Всероссийского научно-исследовательского института кормов имени Уильямса. Директор ВНИИ Владимир Косолапов обратился к собравшимся на концерте лобнинцам с экрана. Коротко напомнил об истории института и музея, поздравил всех с праздником. Председатель городского совета депутатов Николай Гречишников, обращаясь к лобнинцам, напомнил о том, как активно развивается наш город, и пожелал не останавливаться на достигнутом. В свете радостной даты сотрудники ВНИИ кормов из рук председателя городского совета депутатов получили почетные грамоты. Екатерина Дятловская, Александр Михайлов, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».